В Новосибирске состоялся всероссийский мастерский турнир по ММА на кубок имени святого благоверного князя Александра Невского. Впервые для участников состязания и их тренеров, помимо самой соревновательной программы, провели и семинары на религиозную тему. В Новосибирске по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима проходит ставший уже традиционным всероссийский мастерский турнир по ММА на кубок имени святого благоверного князя Александра Невского. В перерывах между соревнованиями для его организаторов и участников в епархиальном молодежном доме был проведен семинар о фейках неоязычества в спортивной среде. По благословению Высокопреосвященнейшего Никодима митрополита Новосибирского и Бердского в очередной раз проходит в нашем городе всероссийский турнир по смешанным боевым единоборствам на кубок святого князя Александра Невского. И впервые в рамках турнира пройдет семинар для тренеров, спортсменов, руководителей федерации на тему духовно-нравственного воспитания спортсменов. И сегодня семинар посвящен вызову религиозного экстремизма. Вообще федерация, Всероссийская федерация «Союз смешанных боевых единоборств» первая в России, в которой появился отдел по духовно-нравственному воспитанию. Спортсменам рассказали о неоязыческих сектах, о том, какие цели они преследуют и почему стремятся внедриться в ряды профессионального и любительского спорта. И главное, как этому противостоять. Мы не можем смотреть равнодушно на то, как попадают в различные капканы и в опасные ситуации другие сограждане нашего Отечества. То есть получается, что мы вроде как нашли путь спасения, а остальные дела, то есть спасение утопающих тел рук самих, утопающих нет. Мы на то и христиане, на то и граждане нашего дорогого православного Отечества, которое всегда именовалось Руси Святой, вот, что не можем спокойно взирать, когда ближний наш погибает. И наша задача как раз предупредить о угрозах, об опасностях и о том, что, как противостоять этим угрозам, этим вербовочным действиям. Ведь прежде всего, что является главным союзником для профессионального вербовщика? Это духовное невежество, отсутствие религиозного образования, отсутствие знаний о своих исторических, скажем так, духовно-нравственных корнях. И поэтому задача наша как раз воспитание в духовно-нравственном направлении, эти наши традиционные духовно-нравственные ценности, которые являются очень серьезным иммунитетом против того яда, который распространяет деструктивное образование на территории и нашего Отечества, и других стран.